29 ноября в 12:00 открывается выставка экзотических животных в торговом центре «Атриум». Вы увидите гигантских пауков, скорпионов, полюбуетесь на крокодилов, черепах и змей. Узнаете, как выглядит хамелеон. Акулы, мурены и экзотические морские рыбы. Море восторгов для вас и ваших детей. Ждем вас 29 ноября в 12:00 в торговом центре «Атриум». Албишара 4.